Привет! Ты на канале о бизнесе. В этом видео мы расскажем тебе о бизнес-идеях, выстреливших на Западе. Все темы проверены в деле и уже принесли своим владельцам хорошую прибыль. Любую из строчек нашего топа ты можешь адаптировать и сделать успешной в странах СНГ. Чтобы узнать, что мы для тебя приготовили, ставь лайк этому видео и смотри его до конца. И не забывай подписываться на канал. В своих роликах мы постоянно делимся разными идеями и фишками для бизнеса. Будет полезно! А теперь давай перейдем к популярным бизнес-идеям. Бизнес на 3D-печати глиной. Если твои руки не приспособлены к творчеству, но ты хочешь зарабатывать на оригинальных товарах, выходом станет покупка 3D-принтера, печатающего глиной. Стоит он от 620 тысяч рублей и выше. Может печатать предметы разной формы, размером 40 сантиметров во все стороны. Что ты можешь с ним сделать? Печатай креативные светильники, тарелки, кружки, вазы и другую посуду. Можно делать коллекционные фигурки или брать индивидуальные заказы, например, на юбилей или свадьбу. В среднем стоимость готового креативного светильника начинается от 6000 рублей. В отличие от ручного труда, бизнес на 3D-печати глиной можно масштабировать. Ты не ограничен в ресурсах и производительности труда, соответственно, твой доход может расти без каких-либо препятствий. Кирпичи из тряпок как бизнес. Как выделиться из толпы продавцов и предложить клиентам интересный товар? Одна компания решила производить плитку из ткани и преуспела в этом. Почему ткань? Плитка приобретает звукоизолирующие свойства, она легче своих керамических собратьев и позволяет создавать рандомные цветовые решения. Что по деньгам? Тебе понадобится шредер для измельчения ткани примерно за 100 тысяч рублей, гидравлический пресс для создания готовой плитки за 200 тысяч рублей, бетономешалка для смешивания материала и водостойкого строительного клея и вентилируемые помещения примерно за 20 тысяч рублей в месяц. Для производства плитки нужно поместить чистую ткань и старые вещи в шредер, смешать лоскутки с клеем, поместить замес в пресс формы и затем отправить под гидравлический пресс. Когда плитка высохнет, ее останется упаковать и продать. На старт бизнеса тебе понадобится примерно 500 тысяч рублей, которые ты можешь отбить за первые 6 месяцев при грамотном сбыте. Печать на еде как бизнес. А эта идея подойдет тем, кто давно хотел превратить увлечение готовкой в прибыльный бизнес. Ты можешь купить принтер для печати на еде и продавать оригинальные пончики с печатью. Что по деньгам? Принтер обойдется тебе примерно в 1000 долларов. Стоимость набора из 6 пончиков – 1250 рублей. А вот твои вложения в приготовление в 8 раз ниже цены для клиента. С этим принтером ты можешь делать готовые пончики и продавать их в кафе или собственной точке. А можешь готовить вкусности на заказ, на корпоративы, свадьбы и дни рождения. Кстати, в Телеграме тебя ждет подарок в виде абсолютно бесплатного курса по запуску товарного бизнеса. Переходи в наш Телеграм по ссылке в описании и забирай бесплатное обучение в закрепленном сообщении. Бизнес на фотореалистичных картинах. У всех есть любимый фильм или книга, от которого мы хотим принт на футболке, блокноте или картину с сюжетом. На последнем товаре ты и можешь заработать. Идея такова. Ты производишь фотореалистичные картины на металлической основе и продаешь их через маркетплейсы и социальные сети. Для старта бизнеса тебе понадобится термопресс с рабочей поверхностью от 80 на 100 сантиметров за 200 тысяч рублей, небольшое помещение, инструменты для крепежа и мелочи, которые обычно есть в любом гараже. В итоге на первом этапе ты вложишь около 300 тысяч в свой проект. Как же делают такие картины? Нужно сгенерировать в нейросети изображение в высоком разрешении и распечатать его в зеркальном варианте при помощи сублимированных чернил. Сделать это можно в типографии. После на тонких листах металла нужно зафиксировать напечатанную картинку и отправить ее в термопресс. На выходе получаем готовую картину, которую остается поместить в рамку. Шлем из полиуретана как бизнес. Для фанатов «Звездных войн» и других киносаг ты можешь производить шлемы штурмовиков и Боба Фетта на заказ. Что удобно, ты можешь сразу купить все оборудование под ключ. Оно обойдется тебе примерно в 650 тысяч рублей. А далее уже дело за производством. Для работы подойдет обычный гараж. Сначала тебе нужно создать модель будущего шлема в нейросети, затем отлить силиконовую форму, а после уже ее поместить в центрифугу, предварительно залив полиуретаном. На выходе ты получишь готовый шлем, который останется раскрасить по твоей задумке или желанию заказчика. К слову, готовый товар можно продать от 11 тысяч рублей за штуку через маркетплейсы или социальные сети. Бизнес на производстве профилей для строительства.
Многие считают, что выгодно заниматься готовым бизнесом. На деле немалый доход приносит и производство необходимых товаров для дальнейшей работы. Например, изготовление профилей для строительства. Для такого дела тебе понадобится станок стоимостью 1 миллион рублей. С его помощью ты будешь изготавливать металлические угловые профили и продавать их строительным магазинам и компаниям. Также ты можешь участвовать в строительных тендерах или стать поставщиком строительных гипермаркетов. А на этом все. Смотри другие полезные видео на канале, а также подписывайся и ставь лайк. Спасибо за внимание и удачи тебе в бизнес-начинаниях!